Технологии дополненной реальности начали применять в Египетском национальном музее. Экскурсоводы, разработчики оцифровали, виртуально отреставрировали древние экспонаты, фрагменты которых со временем были утрачены. На восстановление с помощью технологии артефакты уже могут взглянуть посетители музея. О необычном проекте расскажет еще одна наша коллега Райхан Серикова. В Египетском национальном музее Каира хранится свыше 120 тысяч артефактов. Многим из них больше 5000 лет. Значительная часть древних реликвий повреждена или разрушена. Музей предлагает своим посетителям увидеть их оригинальные версии в цифровом формате. Все, что для этого нужно, иметь при себе смартфон и жажду к новым знаниям. На постаменте каждого артефакта есть свой QR-код. Посетители сканируют его и автоматически перенаправляются в раздел «Эффектов» на нашей странице в Instagram. Затем в приложении пользователь наводит камеру смартфона на нужный экспонат, и перед ним всплывает его полное отреставрированное трехмерное изображение. С цифровым экспонатом можно по-разному взаимодействовать, вращать, увеличивать, рассматривать со всех сторон в мельчайших деталях. При желании можно прочитать информацию о статуях, а также узнать перевод нанесенных на них иероглифов, который доступен на арабском и английском языках. Пока таким образом оцифровали статуи фараонов Тутанхамона, Хасихимуи и Сенусерта I, а также бюст древнеегипетской царицы Хатшепсут. Этот проект является первым в своем роде в мире. Он способствует развитию туризма и уровня образованности. Причем занятие это довольно увлекательное, особенно для молодежи. Им нравится все, что связано с технологиями и играми. Мы надеемся пробудить в молодых людях интерес к истории и культуре страны. Проект египетские власти разрабатывали совместно с компанией Meta около полутора лет. Он направлен на сохранение древних реликвий и популяризацию культурного наследия страны фараонов по всему миру. Райхан Серикова, 24KZ.